всем нашим. Панама снова в эфире, как доктор Гонза в Лас-Вегасе, с мыслями цвета травы из его чемоданчика. Нежданчиком ворвался к вам подсознание, слух поменял внимание. Спросите меня, где пропадал я, делал ремонт на квартире у себя. По ходу стройки соседи строил, мутил новые нычки у себя в новостройке. Одна комната, есть спать, есть где здорово, чинили хату вместе, даже если я мешал спать под растаманские песни. А если честно, без лести, сейчас на месте, рублей по 300 скинемся. Остается 200, как раз на рассказ. Шучу, чур после вас, кто чурачил, тот и начал. Да, хороший ганджубас. Вот только он не часто имеет место быть в наличии. Да неприличие, да ладно, чего это я? Походу аллергия, но аллерген не конопля. Про способы курения не буду говорить вам. И так все с опытом, лучше покурим по душам. Ведь анаша — это подарок бога Джа. Для простых смертных, таких как ты и я, кто прорубает, где кайф, а где иллюзия, чтобы уйти в забвение. Есть мнение, травы не пруще не бывает. Кто знает, ганджу баслайт, такую называю я. Но чаще все же жестче, сорта мне попадаются, заставляя стегаться, глумиться, париться. И остается только чаще пить водицу, чтоб сушняком не попадать в больницу. Как-то на масленицу взяли мы масонки в розницу, грамм в лицо, на целый день с целью оттянуться. На утро еле смог проснуться, стегало просто ебануться. Язык и небо одно целое, прет как под кислотой, что бы ни делал я. Ну хоть не буйно, а пассивно, давно не торкало так сильно. Благо время лечит, через пару часов заговорил по-человечи. А так был похож на Криса Такера в голубятни в пятницы. Такая вот веселая была моя бессонница. Что буду дальше делать я, что и всегда? Ну под ямайские биты бороться за легализатор. Вот с чем я борюсь: курением, лечением, сдвиганием и добиванием. Другими словами, в мои дальнейшие планы входят курение марихуаны. Ведь все растаманы из Луизианы, мои братаны. А сестры мои, колумбийские девицы, все как на подпор, сексапильные чиксы. Люблю чипсы с беконом и светлое пиво. Фишка в том, что во фристайле моя сила. Во фристайле моя сила.